Приветствую вас на австрийском канале Harmony in Austria. Сейчас мы с вами находимся в городке Ried. Вот такая разноцветная площадь. Пока что пусто. Но что примечательно, здесь нету снега. Хотя, ну как вы видите, холодно. Площадь пустынная, есть несколько магазинов по краям. На этой площади мне нравятся разноцветные домики. Боже, какой леденющий ветер! Какой дубак, марток, трой порток, четверо, пятеро. Очень холодно, ребят, очень. В этом году очень холодно. Смотрите, какой интересный герб у них. С этой стороны орел и красно-белые полоски австрийские, дубовые листья, какие-то три точки. А вот с этой стороны еще интереснее. Сапог, дубовая ветка, орел и какие-то вот бело-голубые ромбики. Давайте заглянем на соседнюю улицу. Магазины, ребят, ну, по идее, должны работать, но почему-то не работают. Ну, может быть, потому что сейчас обеденный перерыв, смотрите, кто-то перчатки забыл. Ну вот, сориентирую вас по ценам. Ну, такие кожаные всякие штучки. 25, 42. Кошелек красивый, 109. Вот тоже кошелек. Не пойму, что это за значок, слоник или бычок. А, тоже за 109. Кошелечки по 109. И неважно, кстати, смотрите, размер вот большой 109 и маленький 109. Все по 109. Цена одна и та же. За 219 сумочка и за 159 кошелечек. Вот. Интересные такие кожаные изделия, но, честно сказать, не мое. Не мое. Я больше люблю такие выпендрёшные модели. Ювелирка. Колечки 178, 585, 395. Вот в центре колечко, возможно, с рубином 224. С рубином или с гранатом. Вот красивый с голубым камушком украшение. Сережки 335. И колечко 290. Made in Austria, ребят. Made in Austria. Вот красивые кольца. Смотрите, какие цены. 3000, 2000. Да, вот какие-то там золотые лепесточки. 2000 тоже около. 335, 280. Ну, я бы не сказала, что там особо какие-то скидки. Ну, коллекции не очень новые. Вот эти золотые мне посерединке нравятся. 349. Кельвин Кляйн. О, вот эти классные. Любовь. 239. День и ночь, день и ночь. Женские 1550 и мужские 4700. Вот те, что по центру. О, ребята, я даже фирмы-то такие не знаю. Вот смотрите, какие здесь часы продают, каких фирм. Ворота 1597 года. И немножко правее красивое здание с симпатичным балкончиком. И Радхаус, ребят, Радхаус управа. О, дин-дон, дин-дон. Архитектура здесь очень интересная. Своеобразно, вот смотрите, какой классный балкончик. И вот там вот над окошком какая-то эмблема. Джика. Наверное, этот дом принадлежал какому-нибудь богачу. Смотрите, как тут красиво. Хауптплац 10. 1597 или 92.
Интересно. Вот, а сейчас здесь нотариусы заседают. Давайте по-быстренькому пройдемся. Ой! Посмотрим, как тут все устроено. Вот эти тут реклама какого-то фотоателье. Ой, вот здесь вот как в Зальцбурге. Вот так, как в доме Моцарта, кстати, точно так же. Вот там поднимайтесь на второй этаж. Вот и в Зальцбурге так же, и в Риде так же. И, наверное, по всей Австрии. Смотрите, тут чья-то кухня, наверное, какой-то ресторан здесь. Много домов, где есть такие потайные туннели. И можно с одной улицы перейти на другую. Через дом. Зеркало. Нет. О, туалет. Херен и дамон. И выход на другую улицу. А, выход на полицию. Выход на полицию. Что сказать? Очень красивая архитектура. Одежда. Ой, красивая одежда. Ой, ребят, красота. Смотрите, как все разноцветненько и весело. Какие тачки ездят красивые. Да. Вау. Красивые такие покрывалки, одеялки, платьица. Детское вообще очаровательное платье. Какая гигантская подушенция. Ребят, очень классный город, все домишки так классно отреставрированы, везде свежая краска. А вот это наверху, смотрите, лампочка. Это для телефонов, очень вредное излучение от нее. Мне очень нравится Рид, потому что он разноцветный. И каждый дом не похож на другой, но они отлично смотрятся вместе. А впереди некий Франции. Кто это, я не знаю. Ну и, наверное, большого значения не имеет. А вот смотрите, историческая справка. Ворота Браунау. И вот еще историческая справка. Ребят, жмите на паузу. Читайте, а я иду дальше. Останавливаться не буду, потому что, ну, очень холодно. Как красиво! Как в Италии. Такие же разноцветные домики. Но в Италии они, правда, используют другие тона. Там больше розовые, оранжевые. Ребят, обратите внимание, какой пожилой вот этот риэлтор. Ну, ему точно за 60 уже. Но он, видимо, преуспевающий. Вот смотрите, например, в таком разноцветном домике, если снять трешку 90 квадратных метров, то это вам обойдется в 1100 евро. Городская квартирка 7,6 квадратных метров, 3 комнаты, стоит 750. Ничего себе, почему-то кауцион 6 месяцев, наверное. Очень много новой техники. Ничего себе. Старый домик 80 квадратных метров. 770 евро. Ну вот в этом более-менее современном доме. Трехэтажном. Верхняя квартирка 80 квадратных метров. О, 4 комнаты. Ничего себе. 800 евро. Ребят, ну это крутяк. Я двушку за 700 снимаю. Ребят, этот дом зацепил меня вот этой вывеской. Между окнами здесь 4 лица и какая-то надпись. Ну, естественно, издалека непонятно, что это такое. И я подошла вблизи и прочитала. Значит, это дом известного художника Шванхалера. Даже не одного художника, а нескольких художников, потому что это была большая семья, 5 поколений. И их работы можно найти в церкви. Сейчас мы с вами пойдем в эту церковь, и, возможно, мы найдем их работы. И также даже в музее. Вот такая знаменитая фамилия
знаменитая семья, которая проживала в городе Рид. Церковь, к сожалению, закрыта. Не знаю, почему. Смотрите, в Австрии есть такая акция «Обмен книгами». Вот здесь вы можете оставить свою книгу, которую вы уже прочитали, которая вам не нужна, и взять чью-то. Вот такой городок Рид. Приличный, приличный. Ребят, сегодня очень холодно, поэтому я не буду долго гулять. Уже что-то сопли потекли, чихать начала. Уже буду двигаться обратно. Очень симпатичный городок. Все вам рекомендую сюда приехать. Поставьте вот на паузу и почитайте, что вас интересует. Сейчас, может, я чего здесь и найду интересного. Сегодня день пластика в Риде. Видите то, что жители выставили свои желтые пакетики. Пластик забирают в Австрии обычно один раз в месяц. Жалко, что церковь закрыта, и главное, непонятно почему. И вот здесь есть тоже музей. Очень много старых красивых домов. Дома просто восхитительные. Вот здесь, например, смотрите, домик парикмахера. Не знаю, почему здесь полицейская машина стоит. Вот там наверху какой-то склад видно, большие какие-то коробки. Вот здесь уже идут современные дома. Ну, они так гармонично вписываются в старый город. А, вот полицейский почему приехал. Он вот что-то делает вот в этом магазине. Там какая-то проблема с обувью. Даже два полицейских. Нифига себе, что-то случилось у них. Вот такой современный Рид. Очень-очень понравился мне городок. Ну, смотрите, у них фаршули, это школа по вождению. Тихо, спокойно, снега нет. Красота. Симпатичный городок. Если вы будете где-то в этом районе, посмотрите, где Рид находится. Съездите. Классно здесь. Примечательно, что на многих домах стоят имена и фамилии. Возможно, вот этот низенький, маленький домик был построен в 1763-м и уже надстройку сделали в 1827-м и потом уже его приводили в божеский вид в 1992 году. Но домик отлично сохранился, ребят, что скажете? В общем-то, приблизительно, да, это 1700 год всех этих построек. Ну, вот это видно, что уже новый домик, например. Видно, блок. Бетонный блок видно. Еще одна достопримечательность Шердинге Тор. Ворота. Опять мы видим сапожок и баварский флаг. А тут орел и австрийский флаг. Интересно, а что здесь, квартиры или магазины? О, здесь туалет. Кстати, здесь можно еще сходить в туалет в музее. Кому очень приспичило. Да, а здесь библиотека. Библиотека находится прямо под этими воротами. Везде стрелки, туалет, туалет, туалет. Вот, Вафен, смотрите, здесь можно купить оружие в Австрии. Хотите посмотреть, что за оружие? Вот у таких магазинов всегда можно найти мужчин. Так, ружье 1960. Беретта, Сильвер, 2495. И вот это вот... пластиковое ружье 645. Ну вот это прям охотничьи ружья. Вот смотрите, у них скидка 30%. Так, какие у них тут еще есть ружья?
Есть тоже пластиковые ружья по 200 евро, по 85, по 180, тоже по 200. Вот, ну плохо видно. Так. А это что? Удочки. Ой, тут и удочки, и ружье. Все вместе. Все. Вот такой Рид. Рид. Симпатичный городок. Прелестно, прелестно. Еще бы солнечную погоду. Ворота. Кстати, эти ворота очень красиво выглядят с другой стороны. С этой, ну, не очень. Грязноватенько. И библиотека. Тын-тын-тын. Здесь две достопримечательности рядом друг с другом. Зал, который вмещает в себя 300 человек. И также музей. Ребят, я вот смотрю на этот герб и думаю, почему он так похож на баварский. А потом я прочитала описание. Здесь написано, что Рид находится между Баварией и Австрией. И, возможно, поэтому они что-то немножко взяли от Баварии. Поэтому герб выглядит немножечко схожим, как баварский флаг. Вы знаете, что баварский флаг – это тоже бело-голубые ромбики. Ребят, вот и закончилась наша с вами поездка, наша с вами мини-экскурсия по городу Рид. Рид мне очень понравился, всем рекомендую сюда приехать, если будете где-то между Австрией и Баварией. Вот так выглядят эти ворота с этой стороны. Красиво. Есть такие книги, в которых вы можете просто плавать, а есть такие книги, в которые вы можете погрузиться, нырнуть с головой.